Всем бой-блэма, дорогие друзья, с вами Макс, и вы на канале Романа Максим Эдуардович. Я прямо сейчас нахожусь в игре Tower of Hell, вот, оригинальная игра. Однако, посмотрите вот на это. Что за, скажете вы? Ну а сейчас я вам покажу еще больший прикол. Вот такой вот актив. Вот смотрите, Tower of Hell, вот оригинал. Актив всего 4 человека. Смотрите, а теперь... Посмотрите вот сюда. Что за нахрен с этой игрой стало? Либо Tower of Hell заброшен, либо он просто вышел из моды и всем надоел. Ибо что с Tower of Hell происходит, и реально я просто понять не могу. И как вообще тут на что-то проходить? Ой, уже кто-то присоединился. Мы одни на всех серверах этой башни. Что вообще происходит? Что за трэш? Что за трэш просто происходит тут? Выйди и посмотри сервера. Ё-моё, ребята, нас тут... Я каждый день здесь. Я каждый день здесь, чтоб... Ребята, дата съемки 1 августа, 12:58, вторник, 1 августа, 2023 год. Вот, я вам не вру, серьезно, все так. Если кто-то если кто-то 1 августа играл в Roblox, то я не шучу, все реально было так. Что это вообще за трэш? Все, короче, вышли, я один. Я остался один. А ведь я еще заметил со своим другом то, что что-то с этой игрой не так. Почему-то всех мало. Нас было всего 7 человек. Человек, а актив держался почему-то только на 1000. И вот сейчас, пока не... И вот сейчас посмотрите. Я знаю, картинка у вас перевернутая, ничего вам почти не видно. Однако посмотрите, вот теперь вообще ни одного сервера. No servers found. Что вообще творится? О, вот они зашли. Короче, я не знаю, что творится.
Ну а я пошел в другую игру. Всем пока-пока.